Непосредственно организатор преступной деятельности распространял в гостиницах визитные карточки с указанным номером телефона. Организатору передавались деньги в сумме 3 500 рублей. Впоследствии были ей добровольно выданы. Девушка подвозила. Кто вам их передал? Ну, молодой человек. За что он вам передал деньги? Ну, я девушку подвезла. 3 500 стоит, да, подвезти? Ну... Откуда вы ее подвозили? Фамилия, имя, отчество. Как у вас? Давно занимаетесь оказанием сексуальных услуг? Давно, 3-й год.